Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Нелли, и сегодня будет очередная распаковочка LPS. Вот такой вот собачки породы командор, либо же просто венгерская овчарка. У этого пэта еще в наборе есть вот такая вот тиара. Давайте же рассмотрим саму упаковку. Упаковка выглядит так, то что тут пакетик прозрачный, а сзади картонка. Честно говоря, я не знаю, с какой-то коллекции, возможно, это и старый. Ну, потом проверим. Ладно, приступим к распаковке. Давайте же откроем этого LPS. Вот так вот выглядит фигурка без упаковки. Мне очень нравится в этой фигурке плавный переход из темно-фиолетового в малиновый. У нее вот такие вот странные градиенты шерсти. И у нее есть вот тут вот мелкие блесточки посыпанные. У нее есть салатовые глаза, большие и с бликами. Ярко-розовый носик и светлая мордочка. Светло-розовая мордочка. Вот так вот выглядит тиара. Она из серебристого пластика с таким вот фиолетовым камушком. И наверху лапка. Но этот камушек не фиолетовый, просто на камере он выглядит как розовый. Крепление для тиары находится у собачки вот тут, вот наверху. Еще шли две инструкции и не было вкладышей. У фигурки хорошо шарнирит голова. И вот так вот она сама по себе выглядит. Давайте теперь аксессуар примерим на нашу фигурку. Ну, собаку. Вот так вот она выглядит в этой тиаре. Честно говоря, вот у меня тут солнце, и оно выглядит, как будто корона белая. Но, ребята, вот видите, она серебристая. Вот такая вот фигурка. Мне кажется, она очень крутая, потому что я вот люблю такой вот переход. Очень круто. И на этом все, ребят. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всех люблю, целую. Пока-пока. Ставьте лайки, пишите комментарии. И пишите в комментариях, нравится ли вам эта собачка. Мне вот она очень сильно нравится. Такая милашка. И, ребят, вот смотрите, как рисовка отличается тогда и сейчас. Вот реально заметно. Ну и на этом все, ребят. Всем пока. Люблю, целую.